Татьяна Смирнова. Посвящение Климу для чтеца и фортепиано в двух частях. Первая часть — «Легенды Бахчисарая», стихи Александра Пушкина. «Хангирей», «Мария», «Набег», «Молитва в ночи», «Бахчисарайский фонтан». Вторая часть — три сонета. Фрагменты из крымских сонетов Адама Мицкевича. «В горах Аюдага» и «Волн стремительный набег» — сонет. Исполнители. Лауреат международных конкурсов Иван Соколов — фортепиано, и Андрей Гетман — художественное слово. Thank you.
печальна и бледна, похвал не слушает она, как пальма, смятая грозою, поникла юной головою. Ничто, ничто не мило ей, Зарему разлюбил ей. Абриду возвратился хан, и в память горестной Марии воздвигнул мраморный фонтан в углу дворца уединенный. Чернеют склоны гор, полны долины мглой, и лепечут родники, как бы сквозь сон глубокий. Весть сердцу подают цветов живые соки, благоухающий мелодии немой. Пусть подо мною край, целящий от печали, безбрежная лазурь над головой моей. Кругом красавицы, однако все сильней влекусь я в дальний край и в дней минувших даль.
зайдя на Айдюдак и опершись о скалы, я созерцать люблю стремительный набег волн расходившихся и серебристый снег, что окаймляют их гремящие обвалы. Они, как чудищ, рать с отвагой небывалой, свирепым приступом берут кремнистый брег. Но вдруг, как будто кто дорогу им пресек, бегут назад меча нам жемчуг и кораллы. Thank you.
молодой поэт, порой ввергает страсть в мятежное волнение.